сладкого. Я это почувствовала, и сегодня будем печь один из самых любимых сладостей или десертов, или выпечки моего мужа. И что же это за выпечка? Все уже догадались или, наверное, уже прочли, да, название? С коной, с голубикой и с лимоном. Очень простой рецепт, очень быстро готовится и изумительно вкусный. Тоже влюбитесь, не сможете расстаться. Что же нам понадобится? Масло сливочное 110 граммов. Я на кубики порезала и в холодильник поставила, в холод поставила, в морозильник. Надо, чтобы это холодное тесто. Хотим, чтобы все ингредиенты были холодные. Еще понадобится стакан голубики, где-то 200-220 граммов. Сливки, взбитые сливки, или можно йогурт, или даже sour cream. Сметану можно, или full fat milk, жирное молоко, одна из, из этих. Еще, конечно, в ролях у нас будет одно невинное яйцо, мука, сахар будет, разрыхлитель, щепотка соли, ванили. Про лимон уже сказала, потом уже будем готовить штрусел. Штрусел, как напишите в комментариях, что-то в этом роде. Масло, мука и сахар. Это чтобы посыпать наши сколы, потом выпечь. Окей, перейдем к делу. Один средний лимон хватит. Понадобится в целом 1 столовая ложка цедра. Больше, меньше, ничего такого драматического не произойдет от количества цедра. Цедр нужно процедрить. Даже не мерю, просто беру лимон, один лимон хватит. Еще туда добавлю муку, разрыхлитель, щепотка соли. Что еще? О, сахар хочу добавить с wet ingredients, с мокрыми ингредиентами, чтобы растаяло. How about egg? Egg тоже пойдет сюда. Egg это яйцо. How about butter? Butter это масло, пойдет в сухие ингредиенты. How about a piece of milk? It's not milk, it's a cream, heavy whipping cream. Взбитые сливки. Heavy whipping cream. Заодно и учим английский. That's heavy. Yeah, that's very heavy. Говорит, очень тяжелый. Цедр готов. Blueberries. Blueberries – это голубика. Окей, сюда добавлю 2 полных стакана. И 1/4 стакана муки. Baking soda. 2 чайные ложки powder. Baking powder. Это 1/4 стакана. Две чайные ложки. Хочет помочь? Как-то помогает. Разрыхли. Соды нет. Это потом. Там корица у меня есть, но это на потом. Сейчас это размешаю. Щепотка соли туда добавлю. Еще немножко. Это розовая соль, кстати, очень нежная соль, не очень соленая. Иногда говорят, очень много солите, но этой солью много не засолишь. И сюда добавляю масло, холодное масло. И вот такой инструмент, очень удобный. В ссылках поставлю, то есть внизу поставлю ссылку, в Амазоне можно купить это. И этим размельчаю уже холодное масло. Очень долго размельчить не надо. Поет. Надо волноваться, если будут там комочки масла, да, видны. Сейчас покажу, какая консистенция должна быть.
хлебушек готов. Вот такая консистенция должна быть. Coarse consistency. Как будто такие с крошками, да? Это вот пусть остается. Сюда добавим голубику. Если у вас замороженная голубика, тоже сойдет. Но смотрите, чтобы там не было таких этих самых. И добавляйте в холодном виде. То есть не надо их растаять, потом добавлять, да? Чуточку смешаем и быстро вместе замешаю wet ingredients. Как говорили, жидкие ингредиенты, да? Что-то в этом роде. Это пусть остается. А из жидких ингредиентов у нас одно яйцо, хотя сахар туда тоже пойдет. Но назовем, притворимся, сахар тоже жидкий. Одно яйцо. Не имеет значения, какого размера. Добавлю туда ванилин. Пусть остается здесь. Чайная ложка или, не знаю, пакетик, наверное. У меня не в пакетиках. Полстакана heavy whipping cream или молоко, или, что сказала, sour cream. Сметана. Сметана или йогурт, мацу. И сейчас быстро смешаю и добавлю на сухие ингредиенты. Тесто готово. Пойду за хлебушком. Извиняюсь за перерыв. Это готово. И хлебушек уже на канале есть. Хотя это цельнозерновой хлеб. Тоже приготовлю как-нибудь. Но возвращаемся к нашим сконам. Сейчас из сухих ингредиентов у нас только остался сахар. Думала добавить вместе с жидкими, но передумала. Полстакана сахара нам понадобится. Сейчас это тоже добавлю. Чуточку размешаю и тихонько буду добавлять жидкие ингредиенты. Это тесто с такими не тонкостями, замашками, по-моему. То есть у кого как получится. Может быть, кому-то понадобится побольше крема, сливок или молока, может поменьше. Поэтому чуточку по чуточку добавляем, смотрим на консистенцию теста. Пока тесто вместе соберется, почему я этим маленьким спатчулой замешиваю? Кто-то знает? Еще одна тонкость. Лучше для этого рецепта брать такие крепкие, мелкие голубики, да? Чтобы они не лопались, когда замешиваете. И вот так нежно. Можно руками, конечно, это сделать, но сейчас чуточку спачиваю, размешаю и перейду к рукам. Видите, как тихонько и без violence замешиваю. Все использовала. Сейчас, если замечаете, тесто потихоньку как бы собирается в один комок. На рабочей поверхности лучше с тестом работать. И нужно работать быстро, чтобы масло не растаяло. Знаю, сейчас многие думают, столько этих самых тонкостей, но стоит. Как кусочек попробуйте, не пожалеете. Сейчас положу на свой стол, то есть на наш стол, мой стол, ваш стол, и постараюсь собрать в один комок, потом разделить на две части и разрезать на треугольники. И не волнуйтесь, если эти голубики туда-сюда разбегаются. Я это знала просто. Не помнила. Вот так вот чуточку. Кажется, мне понадобится еще немножко крема. Посмотрим. Видите, не волнуюсь.
понадобится, добавим, не понадобится, не добавим. Главное, сильно не тарурель тереть, ну, чтобы не сжимать, да, сильно, чтобы не эти самые не лопались. Сейчас как миленький соберется, не волнуйтесь. Видите, получилось. Сейчас на две части разделю ровные, можно и не очень ровные, и сделаю, формирую такие диски, чтобы потом порезать. О, очень неровный, это больше, чем это, чтобы не обиделась. Можно, конечно, муку добавить, чтобы легко было с тестом работать, если очень липнущие, но я стараюсь много муки не добавлять, чтобы получились они такие мягкие, рассыпчатые. В общем, так, берем руку и вот так стараемся формировать диск. И все-таки нам мука здесь нужна. Почему я так stubborn? Stubborn какая? Упрямая. Упрямая, да. Бывает такое. Сейчас измерю и скажу, какого размера у меня диск. Если вот так разваливается чуточку, не волнуйтесь. Совершенно не волнуйтесь. Еще немножко потоньше сделаем, они все равно чуточку опухнут или пропухнут. Вот этот скребок очень хороший инструмент как раз для этого. Это готово, это тоже сформируем в форме диска. Видите, как помогает этот помогатель. Когда только что начала этот канал, хлеб делала и никак не могла найти, ну не знала, то есть не могла найти. Но этот так помогает, что я это назвала помогатель. Ну, уже знаю, это скребок. Очень много я сейчас знаю. Вы меня так научили. Вот так вот. Кажется, ровные. Сейчас разрежу на 6 кусков. Можете на 4, если хотите, чтобы они у вас были огромные. Но не хотим огромных сконов. Пусть будут аккуратные. О, духовка уже разогрела до 190 градусов. Штрусел надо приготовить. Штрусел, как это, штрусел? Такая посыпка с маслом, сахаром и с мукой. Приготовим, не волнуйтесь. Спокойствие, только спокойствие. Сейчас разложу на противень и приготовлю штрусел. Штрусел или штрусел? Помогите. Давайте вот так вот разложу. Пусть так будет. Сейчас приготовим нашу посыпку. Струсел по-английски. Если по-русски другое слово, пожалуйста, в комментариях напишите. Буду благодарна. А для струсела нам понадобится 1/4 стакан муки, 1/4 стакан коричневого сахара, щепотка корицы. Если хотите без корицы, можно и без корицы. Иногда там цедр лимона тоже добавляю, но в этот раз не добавлю. Почему не добавлю, не знаю. Сейчас, о, и масло тоже понадобится. 20 граммов холодного масла. Сейчас все ингредиенты принесу. Приготовим струсел и надо еще намазать или молоком, или кремом, или яйцом, чтобы струсел как бы прилип, да, к нашим сконам. Не знаю, здесь есть ли 20 граммов масла, но если даже без 20 граммов масла тоже получится. Можно вообще посыпать просто коричневым сахаром. Иногда так тоже делаю, так короче.
сейчас это сюда добавлю. И уже коричневый сахар туда пойдет, четверть стакана, крепко нажитый. Пожитый. Нужно так крепко пожать. И мука. И корицу тоже добавляю. Очень вкусно с таким струсовым сконой. И этим инструментом можно все замешать хорошенько. Даже вилкой можно. Посыпка готова. И если там опять же кусочки масла немножко большие, тоже не волнуйтесь. Они растают, уйдут, следа не останется. Берем щеточку и немножко этого крема. Не крема, крем. Heavy whipping cream. И мажем наши сконы. Вот так вот. Это наш клей. Можете даже эмульсию взять. Шучу. Арам, помнишь эмульсию? Крем был такой, но клей был такой. Мазали на ладонь. Помнишь? Потом это самое. Колпели. Не знаю слова. Если кто-то такое делал в школе, в детстве, пожалуйста, в комментариях поднимайте руки. Пойму, что советские дети. Почти доходим, это я вас заговариваю. Я по-классически лучше разложу и сыпем нашей посыпкой или струсовым. Будем печь 20-25 минут при температуре 190 градусов тепла, Celsius, 375 Fahrenheit. Ну и потом будем пробовать с большим аппетитом. Мы очень соскучились по этим сконам. Всех благодарю, что дали нам возможность ее приготовить. Ну, многие вспомнили, хотели из влогов. Я рассказывала про эти сконы. Очень много, да, приготовила. Ничего, никто не узнает, что у нас прибавился. Окей, это можно в морозильник поставить. Обычно хватало. О, обычно я их разделяла на 3 диска и делала по 4 сконов. Сегодня не как обычно. Ничего. Струсы можно в морозильник класть для следующего раза. Через несколько лет пригодится. Все, несем в духовку и встретимся через 25 минут. Это жалко этого струсова. Я знаю, что мне уже не понадобится. А ведь это самая вкусная часть. Все. Будем печь в центре. Испекла 22 минуты. Не хотела, чтобы они очень черствые были. И вы тоже не хотите. Как вы видите, уже такой красивый золотистый цвет можно убрать из духовки. Или вынуть из духовки, наверное. Пока еще горячие, но эти сконы как раз вкусны, когда очень такие теплые. Сайо? Мазяма. Blueberry scone. Mine is blueberry scone. Because I made it. This? Can you try? What's that? Blueberry. Все хочет узнать. Да.
это blueberry scone. Да. Можно попробовать, не стесняться. Кортес? Ну и хорошо, больше для нас останется. Только не разбей, не кодры, Тахайс. Пробую, за вас пробую. Прямо тает, рассыпывается. И это чуточка как кислотность или кислый вкус голубики очень хорошо сочетается с ароматом лимона. Как будто это кислота лимона. Очень вкусно. Вы тоже попробуйте. Рецепт напишу внизу этого видео. Очень. Посмотрите, какая красота, вкуснота, мягкость, нежность, любовь. Ну, стало красиво. Хочу сказать, чтобы никто не испугался приготовить. Немножко с заморочками, может быть, но очень того стоит. Приготовьте, потом мне расскажете. Еще кусок для вас. За вас. Арам, хочешь попробовать за наших людей? Чуточку. Конечно, хочет. И за людей, и за себя, и за меня, и за детей он попробует. Сегодня у него пир, у него сконы на ужин. Всем огромное спасибо за все. За доброту, за хорошие слова, за добрые пожелания. Всех люблю, уважаю. Ну и подписывайтесь заодно. Делитесь с друзьями, с хорошими соседями. Потому что с плохими не хотим дружить. Все, увидимся. Очень вкусно.